Всего за 15 минут узнать свой ВИЧ-статус могут жители региона. Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом в Алтайском крае начали проводить экспресс-тестирование на ВИЧ. Процедура абсолютно анонимная и бесплатная. Первая мобильная лаборатория открылась в Барнауле. Только за первый час тестирования проверку на ВИЧ прошли более 50 человек. В этом году таким экспресс-методом воспользовались порядка 3000 человек в регионе. 112 из них узнали о своем положительном ВИЧ-статусе. Сдать анализ людей побуждают разные мотивы. У кого-то действительно была ситуация риска, да, это незащищенные сексуальные контакты, как правило, люди обращаются, потому что они ходили к стоматологу, допустим, или они посещали салон, где делали маникюр или педикюр. Мобильная лаборатория будет работать в эту пятницу в Российской академии народного хозяйства. В Бийске пройти процедуру можно до 28 декабря в Краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом каждую среду и пятницу. В Рубцовске акция пройдет с 4 по 6 декабря в клинико-диагностическом центре.